Так вот, о чем мы сейчас будем говорить? Не мной сказано, но я вам доведу до сведения, что телевидение рулит круче, чем все остальные радио и интернет-издания. Я про это прочитал, когда был на Кубе. Гарри Гаррисон. Крысы из нержавеющей стали в президенты. Просто поверьте, прочтите и поймите сами. Кроме всего прочего, вы должны понять, что если бы не мы, если бы не так хорошо мы показывали СВ авто, ну, наверное, ситуация была бы немножко другая. А сегодня, сейчас мы видим, что здесь все абсолютно нормально. Человек живет, человек работает для вас, человек показывает... Кстати, он показывает дешевые цены. И, кстати, если посмотрели бы сейчас, то все уже начали становиться и показывать вам дешевые цены. По одной простой причине. Дешевые цены. На ваши запасные части они другими и не бывают. Вот так вот надо работать. И брать пример с СВ авто. Конечно, все очень хорошо. Много и достаточно много людей для вполне некислого существования. Настолько некислого, что большая часть продавцов запчастей должна бы задуматься. Как такое могло случиться? Для большей части продавцов отвечу. Только грамотная работа в моем лице на ТВ. Потому как вы, как и другие, понимают, машина в большей части это понты. Но даже любители понтов в нормальных странах ну никогда в жизни не платят за обслуживание дивную капусту. Самими и заработанную. Извините, и в Америке, и в Европе, и в Азии люди не хуже нашего понимают, как они работают. Работают хорошо, платя деньги только за работу, а не за запчасти. Вот мы о чем сейчас и будем говорить, да? Человек пришел и сделал правильный выбор в области телевидения. Почему нет? Телевидение вам показывает грамотный результат. Вы даже можете смотреть это, не смотреть, но в любом случае, когда телевидение постоянно о вас говорит, тема-то весьма интересная. Даже, может быть, не все сюда приходят. Я не знаю, где люди покупают свои запчасти, но те, кто сюда приходит, тот понимает грамотный выбор. Потому что запчасти здесь есть всегда, в любом количестве. А теперь мы будем говорить о других вещах. То есть, вы же представляете, да, как бы, ну, программа «Автостоп», 18-й год в эфире. Да. В одном лице, естественно. Я не думаю, что кто-то и вообще имеет такую возможность. А по сути, таких вариантов-то и нету. То есть, ну, даже мы говорим про тот самый Top Gear, который был. Ну, он проработал всего 13 лет или 12 лет, а потом просто ушел. Мы, в смысле, я немножко другими вещами занимаюсь. Кроме всего прочего, я очень сильно люблю машины, поэтому я их, собственно говоря, и делаю. Вы, конечно, можете смотреть мои сюжеты, можете не смотреть мои сюжеты, но давайте определимся с такой позиции. То есть я немножко устал ходить и с людьми общаться. Если я прихожу к вам, и вы мне начинаете рассказывать о том, что вы предпочитаете радио, газеты и дивный интернет, в связи с тем, что я работаю в интернете, то есть у меня есть моя передача, естественно, все мои сюжеты, ну, не все, естественно, сюжеты, если бы все сюжеты были с момента моего работы на телевидении, там было бы сейчас примерно 5000 сюжетов, представляете, да? Да, ну, поменьше, естественно, сюжетов, ну да ладно, естественно, как еще по-другому это может быть, ну вот. И я вам честно скажу, что интернет, конечно, не рулит, то есть минимальный уровень дохода, 5-10, я честно скажу, что нет, круче и грамотнее рулит телевидение. И если вы мне вот так начинаете рассказывать, я с вами даже беседовать не буду, я просто уйду. И где лучшая цена? Пока мною проверенная. Почему пока? Если в ваших мозгах все правильно, и вы понимаете, что лучше дружить с ТВ, то обращайтесь ко мне. Я вашим покупателям все это и объясню. По сути событий у меня многие мысли накоплены. Я могу поделиться, если вы мне поможете наполнить мой эфирный бюджет. Итак, где СВ авто располагается? Здесь, на Октябрьской, 22. Место с изумительными ценами. И в некотором смысле эти изумительные цены, они еще и дешевле, чем eBay. По одной простой причине. Когда я приходил в различные структуры, я задавал простые вопросы. Мне нужен был комплект подвески на 140-й Mercedes. Целиком всю. Когда мне внедряли бешеные и космические ценники, я сказал, что, ребят, ваши бешеные космические ценники столько не стоят. По одной простой причине. Я в свое время их купил за $200. Целиком вся подвеска на 600-й Mercedes. Хороший бизнес. Вот даже хороший. Сегодня и сейчас мы знаем, где это можно взять. Сегодня и сейчас мы приехали в СВ авто. И сегодня и сейчас мы берем все.
Все. И когда мне начинают говорить, что даже тот же самый Китай, он плох, я говорю, ну, во-первых, Китай, который производит машины, совсем неплох. Вы просто там не были, я там был. И неоднократно. Я просто смотрел, на каких машинах Китай ездит. Ну да, машина — это круто. Машина — это круто, и машина — это то, что доктор прописал. Особенно, когда я увидел, как едет Пекин. Да. Тема абсолютно другая. И мы не будем говорить, что в Китае ценники бешеные. Нет. Стандартные китайские ценники, которые в разы опускают ценники на запасные части. То есть в два раза дешевле. Я не буду говорить, что Китай плох. Уж поверьте мне, когда мы говорим о металлургии Китая, когда мы говорим о том, сколько Китай производит бетона, да мы вообще никто. Ну реально никто. Понятно? Как Китай хорошо рулит. Во как рулит. К слову о том, что здесь есть не только Китай, вопросов нет. Вы можете купить и оригинал, и не оригинал. И даже если это оригинал, то давайте определимся. Мы берем весь мир, естественно. Во всем мире также все смотрят, что Китай как бы показывает, что это не есть хорошо. Конечно же, весь мир начал опускать ценники. Уж поверьте мне. И когда нам говорят, что китайские запасные части, ну, во-первых, китайские запасные части, они распространены везде. К слову, если вы зайдете на eBay. К слову, посмотрите, пожалуйста, кто вам доставляет все бесплатно. Естественно, Китай. К слову о том, кто запасные части производит. Они же также смотрят и на eBay, и везде, и всюду. И понимают, что вот незачем драть с вас сверхбольшие деньги. Также опускают цены. То есть, даже если мы говорим про оригинал, но максимум разницы с неоригиналом — это 20-30%. Не более того, как. Не в 2, не в 5 раз, а всего лишь 20-30%. Поэтому вот вам мой совет, где вы можете купить себе запасные части. В СВ авто, естественно.